Арқаның кербез сұлу көкше тауы, дамылсыз сұлу бетін жуған шауын. Жан жақтан ертелігеш бұлттар келіп, жүреді біліп кетіп есен сауын. 80 көл көкше таудың саясында, әрғайсы алтын кесе аясында, ауасы дертке дауа жұпар есін, көкірек қанша жұтсаң, тоясын ба деп Сәкен ағамыз жырлағандай. Ассаламу алейкум көкше таулықтар, ассаламу алейкум қазақ елі, барша біздің тұрақты телекөрермен. Сіздердің сүйікті көкше нұра танымдық сазды бағдарламаларыңыз өзінің кезекті санын бастайды. Оның жүргізушілері мен және менің керемет әріптесім әділ сіздерге алдағы бір сағат көлемінде керемет позитивті эмоционалды көңілгі сыйлайтын болады. Бүгін 17 мамыр сәрсенбі, сәрсенбінің сәтінде жолға берейік. Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро, Кокшетау! Доброе утро, Казахстан! На листе календаря 17 мая. Среда, теплое утро за окном, и мне кажется, более прекрасное начало начать день именно с нашей программы, поэтому подключайтесь с телевизоров, с телефонов, с интернета. Сегодня день интернета, между прочим, поэтому посвятите этому день. Подключитесь к нам, здесь я, мой прекрасный соведущий Нурван, будем заряжать эмоциями, дарить тепло. Среду можно считать, кто-то считает четверг, а кто-то среду золотой серединой недели, поэтому осталось чуть-чуть до долгожданных выходных, а там еще совсем чуть-чуть и поднажать до лета, поэтому проведите этот день с пользой, с теплом и вместе с нами. Я дұрыс айтасың, құрметті телегөрермен, арнамызға жаңадан қосып жатқандар болса, енді-енді оянып жатқандар болса, немесе бағанадан бері көріп отырғандар болса, баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Бүгін 17 мамыр, егер де біреудің туған күні болса, біреуді құттықтағыларыңыз келсе, немесе бұйырса біздің арнамызға қонақтарымыз келеді, дайындайтын айдарларымыз болады, бізге қоятын сауалдарыңыз, сұрақтарыңыз болса, солардың барлығын ұялмай, қысылмай, қымтырылмай, экран бетіндегі 25-25-05 немесе астындағы WhatsApp желісіне жазуға болады, міндетті түрде біз кері байланысқа шығамыз. Ал енді таңғы бағдарламаның шымылдығын әдеттегідей әсем әнімен ашамыз, қабыл алыңыздар. Мен болсам арман, тұлғарым арманнан дәнді. Мен де шамам алдым.
Қадырлы көрермен қауым, осылай әсем әнді тыңдап алдық. Арнамызға қосылып жатқандар, енді-енді оянып жатқандар болса, баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Да, дорогие телезрители, доброе утро тем, кто только-только как раз включил свои экраны, подсоединяется к нам, к нашему эфиру, видит нас с утра. На листе календаря напоминаем 17 мая, а на своих экранах, кто только что подключился, вы видите номер телефона 252505, а также номер телефона WhatsApp. Это все для того, дорогие телезрители, чтобы позвонить в любой момент в студию, сюда, нам в прямой эфир, или же написать. Мы здесь с Нурланом сразу примем эти сообщения и поздравить с днем рождения вашего близкого человека. А также сегодня у нас будет очень интересный диалог с очень интересными и крутыми гостями, поэтому вы можете задать им вопрос в любой момент, или же задать вопрос нам. Возможно, мы с Нурланом не задали тот вопрос, который интересует как раз таки вас. Поэтому обязательно в любой момент пишите и звоните. Я дұрыс айтасын, құрметті телекөрермен, қапы қалмаңыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, сауалдарыңыз болса, түйткілді мәселелер болса, барлығын ұялмай, қымтырылмай, қысылмай, біздің редакциямызға хабарласып жаза беріңіздер. Біздер міндетті түрде кері байланысқа шығамыз. Енді біздің әріптестеріміз де осы таңғы көкше нұры танымдық сазды бағдарламасын көркемдеп әсемдеуге өз үлестерін қосады, яғни айдарлар жасайды. Сол айдарлардың біріне кезек берейік, құрметті телекөрермен, қабыл алыңыздар. В Японии было представлено устройство в виде рюкзака с шестью дополнительными руками для расширения возможностей человека. Рюкзак с дополнительными руками называется JZI Arms и был представлен на конференции CHI-23. Он был разработан японскими инженерами и дизайнерами под руководством Нахоко Ямамуры. Устройство состоит из базового блока в виде самого рюкзака, а также роботизированных рук. К блоку можно присоединить до шести конечностей. Базовый блок надевается на спину человека, как рюкзак, и удерживается ремнями. Сам по себе он весит около 4 кг, но после присоединения к нему рог система весит 14 кг. Так что для ношения устройства необходимы развитые мышцы спины. На данный момент рюкзак с дополнительными руками – это не более чем демонстрация новых технологий. При помощи него невозможно выполнять какие-то полезные действия, поднимать тяжести, одновременно выполнять сложные задачи и так далее. Я осындай көкше нұры танымдық сазды бағдарламасын көркемдеп әсемдеп отырған әріптестерімізге де көптен көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Ал енді кезек келген сияқты, я біздің редакциямызға жалпы қонақ болып келген қонақтарымызды таныстыруға уақытта келіп қалды. Да, абсолютно прав, Нурлан. Мне кажется, это самая любимая рубрика всех наших телезрителей, и мы ее открываем и именно начинаем сейчас. Это диалог с нашими гостями. Нурлан, представь нас. Я бүгін біздің редакциямызға Дундагулов Жәнібек Отарбекұлы және Қарбжанов Мақсат Талғатұлы автоблог Гудкардың сол жобаның авторлары. Қош келдіңіздер. Ассаламу алейкум. Добро пожаловать. Как у вас настроение? Спасибо большое, что пригласили. Да, это так. Мы здесь, в городе Кокшетау. Очень рады, что вы нас пригласили и находиться здесь. Ал енді сол бір сағат көлемінде, уже бір сағат емес, деді бір 15-20 минуттың көлемінде жақсы сұхбат өріп бітеміз деген ойдамыз. Енді бірінші сұрақ осы автоблог туралы айтып берсеңіздер, қалай ашылды, қашан бұл идея келді, не жасайды деген сияқты, қаншама көзқарақты телекөрермен көріп отыр, оларға бір ақпарат болсын. Көп рахмет сұрақ үшін. С 2019 года я вот совсем недавно просматривал Instagram в архиве, поэтому кто не подписан, обязательно подпишитесь. Ребят, тоже вам рекомендую. Подпишитесь. С 2019 года ведем блог на Ютубе, в ТикТоке, в Инстаграме. И это, знаете, целый колоссальный труд, который очень много времени занимает. Но самое главное, что идет обратная связь. Вот это вот очень сильно мотивирует. Из того времени я почувствовал, что людям это интересно. В нашем регионе это абсолютно никак не развивается. Пошла обратная связь, давай, давай, делай, снимай, все. И вот благодаря этому мы сейчас собрали мощную команду, которая развивается не только в автоблоге, но также мы предоставляем сервис в нашем городе, который реализует автомобили, мы продаем. Поэтому детейлинг у нас, химчистка, продажа автомобилей. Я думаю, еще есть куда расти. Мой товарищ Мақсат, мы сейчас именно плотно занимаемся в этой сфере, 24/7. Только вот работа автосалона, да. В данный момент в автосалоне находятся автомобили в количестве 70,
штук, да, то есть в наличии, то есть на любой цвет, вкус, от 1 миллиона тенге до 30 миллионов тенге, то есть каждый житель нашего города может приехать, посмотреть, отдохнуть, в воскресенье побыть у нас на авторынке, почувствовать атмосферу, которая была лет 10 назад, я вот помню, как мы там с родителями ходили по авторынку и выбирали автомобиль, то есть. И это все, кстати, для наших жителей и гостей города абсолютно бесплатно. Бесплатно. Также сейчас у нас действует акция, вот, допустим, если вы придете к нам автомобиль продавать, то для вас будет бесплатная химчистка, и то есть автомобиль хоть и с пробегом, но для покупателя, когда он придет, будет свежо и приятно в автомобиле находиться, даже если он уже у него был владелец. И вот плавно переросли с автоблога в сферу вот продажи автомобилей. Вот такая вот история. Но тем не менее, мы вот, извиняюсь, продолжаем вот развивать автоблог еще больше. У вас, насколько нам известно, находится два автосалона, да, в городе. Расскажите, наверное, для нас, для всех телезрителей, вот если вот, допустим, человек, который вот узнал вот только-только сейчас о вас, как ему добраться до этих автосалонов? Получается, они в городе у вас находятся и... Большой рахмет за вопрос. Да, в черте города. Первый наш автосалон, и он у нас такой комплекс, самый большой, наверное, в городе Кокшетау. Находится он на северной промзоне, это бывшая станция «Жигули». Мы туда пришли, у нас есть ролик на канале, очень интересный, в Ютубе. Обязательно подпишитесь, посмотрите. Это был такой момент, когда мы двери прям буквально гвоздодером вот так, он был запечатан, там 10 лет ничего не было, абсолютно никаких условий для продажи. Ну, то есть, все это сделалось с нуля, мы работаем не одни, у нас есть партнеры. Большой рахмет Олегу Юрьевичу, Роману Юрьевичу за поддержку, за веру в нас. Они поверили в нас, мы начали сотрудничать, и в итоге вот мы вместе открыли этот автосалон. Люди, большой рахмет всем подписчикам, кто приехал, отозвались. И сейчас, это совсем до и после можно сравнивать, у нас там и детейлинг-центр, и торговый павильон, и рабочие места, более 10 рабочих мест, и кафе каждое воскресенье, авторынок. В общем, там, ну, жизнь закипела, я думаю, для нашего города и это для экономики города, для одни только плюсы. Да, поэтому... да, а второй автосалон, большой рахмет за поддержку Расул Газуловичу, Зареме Салаватовне, то, что также поверили в нас. Они нам дали площадку, там, где большой технический сервис Oil City делает полностью бесплатную диагностику автомобиля. Если вы хотите купить у нас автомобиль, они полностью бесплатно его осмотрят, поднимут на подъемник и еще дадут отличную скидочку на техническое обслуживание автомобиля. То есть конечно, вы пришли, бесплатно проверили все автомобиль, автомобиль после химчистки, и еще вам скидку сделали его обслужить. Это, я считаю, для нашего города сервис отличный. И что из этого вытекает? Наши конкуренты смотрят и хотят развиваться так же. Я только рад и для нашего конечного потребителя, то есть для жителей города Кокшетау, есть помимо нас другие автосалоны, которые также предоставляют услуги. Но, опять же, мы были одними из первых, кто это все сделал, кто задает планочку, не дает расслабляться нашим конкурентам, постоянно развиваемся. И сейчас схожие модели даже открывают в других городах. И вот скидывают, ну все, вот, знаете, мы сделали готовое портфолио для всех желающих, кто хочет попробовать себя в этой сфере. Но, тем не менее, мы открыты для сотрудничества. Если кто-то желает открыть в другом городе, к примеру, похожий автосалон, у нас есть готовая модель. Мы наступали на свои грабли, мы знаем, какие ошибки есть, мы знаем, какими путями будет более выгодно пройти. В этой сфере сильная, да, конкурентность идет? Да, очень сильная. Да, очень сильная. Только в нашем городе сколько автосалонов? Более, 10, наверное, да, считается, более 9 автосалонов. Население. Жалпы енді сіздер клиенттермен жұмыс жасайсыздар. Сол клиенттер келген кезде клиентті қызықтыру керек. Дәл солай, дұрыс. Соның фишкаларын айтсаңыз, Мақсат мырза, мысалы, қалай қызықтырасыздар, ол қалай, мысалы, келеді сіздерге и бірден, мысалы, Шымкентке барған кезде, қалай үстіңе киім алғанды білмей қаласың, ана жақта айтады, ой, мынау жақсы келіп тұр деген сияқты, сіздерде қандай бір процестер бар ол адамға, мысалы?
Ну, в первую очередь, мы любим своих клиентов, да? То есть, кто заходит к нам в торговый, ну, в автосалон приходит, то есть, мы встречаем с улыбкой, в первую очередь, да? Добро пожаловать, да, к нам в автосалон. Хорошего дня, мы рады видеть. То есть, предложим кофе, чай, если замерзли, согреться, покушать, даже если вот у нас есть кафе. У нас есть свое кафе, которое клиент время ожидания... Оформление, когда занимает там тест-драйвы, дети, у нас есть зона отдыха, да. Замечательно. А как мы встречаем, ну, у нас на ресепшене встречает красивая девушка, которая встречает наших всех гостей. Вот, это фишка как раз. А вот такой тоже вот вопрос, наверное, возник. Получается, работаете ли вы, вот, допустим, с банками? Можно ли, ну, по-любому, да, наверное, как-то прийти и в автокредит, если взять? Вот мне кажется, ну, накопить сумму, да, это если ты прям очень хорошо или хорошо зарабатываешь, да, можно прийти за наличный. А вот работаете ли вы как раз с банками, чтобы оформить у вас машину, допустим, в кредит? Да, вот я что-то много говорю, давай, Макс. Да, наш автосалон работает более с 5 банками. Сейчас на данный момент, да, работаем с Freedom Finance Bank, это вот новый банк, потом Евразийский банк, Банк Центр Кредит, Берекия Банк, ну, в принципе, вот такие топовые 4 банка, с которыми мы сотрудничаем, которые занимают долю кредита в месяц. И этого вполне достаточно, очень лояльные условия, несмотря на то, что сложилась тенденция, что берешь автомобиль и переплачиваешь еще сверху тот же, но благодаря нашему автосалону есть уникальная возможность получить процентную ставку ниже. К примеру, у нас есть договор с Freedom Finance Bank, мы готовы предоставить ниже процентную ставку за счет того, что там есть такие тонкости, как каска страхования. Мы это берем там на себя, всего лишь год будет каска страхования. Затем комиссионные сборы также автосалон берет на себя. И сумма значительно меньше переплачиваемая клиентом. Поэтому тут такой момент, что... То есть клиенту, грубо говоря, да, покупателю, да, необходимо просто подать заявку. Если он получил одобрение, он может просто уйти домой, и мы ему позвоним, когда машина уже готова, с номерами будет к выдаче. Да, то есть... дополню, извиняюсь, Масад. Тут такой важный момент, что... потребитель, клиент, наш дорогой, любимый клиент, когда приходит к нам, вот многие говорят, а что у вас там лучше, вы же все равно те же автомобили перепродаете, которые... Я проще там по объявлению найду и непосредственно с собственником поговорю. Во-первых, поясняю, что у нас широкий выбор автомобилей. Ты пришел и на любой вкус и цвет выбрал, бесплатно осмотрел, на месте сидят банки, на месте переоформил. И когда уже вся сделочка, вот это вот все проходит, ты занимаешься своими делами. Один звонок, либо ваш автомобиль продан, либо второй звонок, мы все переоформили, сделочка прошла успешно, можете приехать. Приезжает к нам, забирает чистенький, свеженький автомобиль. Жалпы, орташа есеппен айына қанша осындай көлік сатасыздар, қанша клиентпен жұмыс жасайсыздар? Статистика бар ма? Да. В среднем мы продаем 30 автомобилей, практически каждый день, у нас, да. вчера у нас было две выдачи на двух точках, и на второй точке мы совсем недавно, еще две недели работаем, это была вторая продажа на второй точке, и мы с одним бантом туда едем, потом там бант, знаете, ну, на машину, которую кидают, потом берем с Максатом, едем, цветы забыли, возвращаемся, берем цветы туда. Это, знаете, такой эффект. Хочется человеку сделать приятное покупателю. И они приходят с супругой, всей семьей, с детьми. Для них это настоящий праздник. Все-таки не каждый день автомобиль покупают. И мы стараемся подарить цветы, детям шоколад, такую праздничную обстановочку создать, чтобы все-таки, чтобы запомнилась эта покупка. И люди, что самое важное, вчера пришел к нам клиент, который купил, скажи, пожалуйста, второй раз у нас автомобиль. Это, я считаю, полтора года, да, второй раз купил. Это автомобиль. Отличный показатель, когда клиент к нам доверяет и возвращается снова, еще раз покупает и говорит, вот у меня дочка растет. Это все можно увидеть в нашем Инстаграм, мы это все показываем. Сторис я активно снимаю, веду, поэтому вот.
Я құрметті телекөрермен, егер көріп отқан болсаңыздар, егер де машина аламын деген, көлік аламын деген ойларыңыз болса, осы Мақсат және Жәнібек мырзаларымызға хабарлассаңыздар болады. Міндетті түрде айтпақшы, сіздерде Instagram парақшаларыңыз қалай? Сол айтып кетсеңіз. Да, рахмет. Goodcar.kz. Goodcar.kz дейді. Сол Instagram парақшасын тауып алып, осы ақмолалықтар болса, көкшетаулықтар болса, бірден хабарласыңыздар, барыңыздар. Керемет бір тұлпардың иесі атанып қалуға мүмкіндік бар. Сондықтан сұрақтарыңыз болса, біздің редакциямызға хабарласуды ұмытпаймыз. Ол үшін экран бетіндегі 25-25-05 немесе астындағы WhatsApp желісіне жазыңыздар. Да, дорогие телезрители, наверняка вы сейчас как раз за завтраком сидите, смотрите ваши телефончики, рядом век социальных технологий, ваши смартфоны, гаджеты, поэтому не составляет труда спокойно зайти в Instagram, он по-любому у вас есть, мы в этом уверены, и вбить в поиск goodcar.kz и уже потом просто посмотреть полностью страницу, видеоблог, выбор, прайс-лист. Мне кажется, там все это есть, все предоставлено. И наши прекрасные гости нам только что все объяснили, как добраться, куда добраться, на сценке, цены. Но, как говорится, лучше всего прийти и увидеть, и там полностью вас встретят на ресепшене красивая девушка, и вам все там объяснят, дорогие телезрители. У меня вот такой вот вопрос к вам возник, получается. А когда именно началась вот эта вот любовь к автомашинам? Это с детства, с юношества? Или вот в детстве вот обычно, когда профессию выбираешь, там кто-то солдат, вот, у вас сразу это было с детства именно вот любовь? Или же вы совершенно как-то все поменялось резко? В моем случае, как бы, мы сами закончили, ну, я закончил Шукановский университет по специальности горное дело. То есть более 3 лет проработал на производстве. Параллельно, конечно, мне нравились машины, я всегда хотел ездить на крутых машинах, там что-то обновлять, чтобы в городе был какой-то эксклюзив. Ну, грубо говоря, там ездить на эксклюзивном автомобиле и в хорошем состоянии, чтобы он был. И не это время не менял автомобили себе. То есть ежегодно менял автомобили, старался покупать что-то новое, новое. Потом познакомился с Жанибеком, с креативным, жизнерадостным человеком. И наши, как сказать, сошлись звезды. Мы подумали, почему бы нам не открыть первый в Кокшетау автосалон с пробегом. Почему не открыть? Потому что у нас все хорошо получается. У нас много друзей, знакомых. И все говорили, ну почему нет? У нас нету сервиса в городе, чтобы можно было продать или купить автомобиль, или обменять автомобиль старый на новый. Поэтому вот идея 1,5-2 года назад она пришла, и мы ее 1,5 года назад осуществили, и сейчас идем вверх, как говорится, да, стараемся. Добавлю, что познакомились мы с Махсатом на авторынке еще старом. Ну, познакомились давно, но именно там начали более тесно общаться на авторынке. Он продает свою машину, я продаю, и мы там вместе, знаешь... Я ему говорю, оставь место, я сейчас приеду. Да, то возьми мне чай, там вместе, знаете, там грелись в машине, там этот, ну, было интересно. А, конечно же, любовь, мне мама покупала автомобили в детстве, я там, знаете, и отец ругал, вот зачем столько денег тратить. У меня было столько машинок, игрушек, на тот момент я прям... Я вот сейчас осознаю, ну это было, наверное, нормально для маленького мальчика, потому что у меня очень много было автомобилей, я там их собирал, прятал, чтобы меня не ругали, что у меня новая машинка. Я действительно, вот частный дом был, я в огороде прятал машинки, и там тайком раз-раз мне мама даст деньги, я хоп, машинку маленькую куплю, и чтобы не сказали, что у меня много машинок, часть из них я прятал в огороде у себя, представляете? И вот сейчас вот это вот все осознавая, вот у нас столько много машинок, но мы уже не прячем, мы наоборот рады всем показать, сколько у нас автомобилей. Поэтому. А сіздерде енді сонда идея келді бір жарым жыл бұрын делік. Қаражат қалай болды? Спонсор болды ма? Әлде өздеріңіздің қаражаттарыңыз ба? Әлде кредит алдыңыздар ма деген сияқты? Тут большой рахмет за вопрос, очень интересно. Чтобы не показалось, что вот мы такие молодцы, все взяли, открыли там. На самом деле доверие. Мы, видимо, вызвали доверие у наших партнеров. Раздался звонок мне. Уже тогда был блок. Идеи были с концепцией, но в целом именно модели рабочей не было. Я говорю, алло, на том проводе Рома Юрьевич говорит, слушай, ну приезжай, вот есть разговор.
наш партнер это. Все, я приехал, я думаю, что в этом нет ничего секретного. Поехал, встретился с ним, все, мне презентовали, мне очень понравилось, у них уже есть действующий бизнес, мне понравился их подход к бизнесу, как они это все делают, их взгляды к бизнесу. И с этого момента я потом сразу же звоню Максату, говорю: Максат, товарищ мой, вот поступило предложение, готов ли ты? Он говорит: ну все, в легкую, давай, и погнали. И в итоге мы вот завязались, подключился еще Олег Юрьевич, и нас вот четыре мушкетера, вот мы, они как бы, они, благо то, что поддерживают, не есть доля критики, есть доля поддержки, но тем не менее мы вот с Максатом работаем плотно в этой сфере и как бы стараемся, чтобы лишний раз они, их не подвести, не разочаровать, и работаем вот в таком ключе. Енді сол енді болашақ жоспарларыңызды айтып кетіңіздер, осы жаз айларына, көктем. Да, какие планы ближайшие на это лето, в принципе, да. Да. Одно из таких творческих моментов, о том, все про бизнес и бизнес. Творческим хотелось бы сделать какую-нибудь большой автомобильную, знаете, выставку, но вот такое, да, в городе, чтобы масштабное, вот, да, что-то. Чтобы каждый желающий мог прийти, там, вне зависимости, продает или покупает, пришел и там насладился мероприятием. То есть там и, возможно, и производители могли бы показать свои услуги. Все-таки очень много чего в городе есть, которым у нас покупатель и водитель обычно не знает. Всякие сферы услуг в автомобильной сфере. Плюс еще различные компании, которые с автомобилями связаны, открываются. Это все могли бы донести и раскрыть водителям эти компании. Но как это сделать? Я считаю, что вот на таком большом мероприятии уровня, чтобы Акимат согласовал это все, ну прям, чтобы классно было. Ну и мы хотим еще и третью точку, да, Максим? Ну да, мы собираемся масштабироваться. Конечно, ждем предложения, если кого-то заинтересовало. Да. В других городах Казахстана у нас есть модель, у нас есть свой брендбук. Мы открыты. Мы открыты к диалогу, да. Вот знаете, иногда даже вот говоришь, вот номер телефона. Если у вас есть предложение, вы позвоните, спросите. И вот, знаете, и никто же не позвонит. А потом говорят: слушайте, а что, так можно было, что? Я же, ну я же оставлял вот номер телефона, чтобы вы позвонили. И вот поэтому не бойтесь, а куда смотреть. Звоните, звоните, звоните. Без проблем. Замечательно. Ну, нас смотрит с утра очень много как раз телезрителей. Молодое поколение наше тоже сейчас, мне кажется, прилипнуло к экрану, который хотят студенты, и вот уже который, ну, давно работает, купить машину. Поэтому, мне кажется, будет очень так правильно, если вы сейчас пожелаете такие пожелания утренние и, наверное, еще раз скажете свой инстаграм полностью, все, как вас найти, как раз на вот эту третью камеру. Да, в первую очередь хочу поблагодарить замечательных ведущих ребят, настоящие профессионалы. Вот чувствую энергетику их и всему съемочной, всей съемочной группе. Ребят, всем доброго дня желаю. И что там надо было сказать? И ваш еще раз инстаграм, да, как вас найти. Подписывайтесь на наш инстаграм. И не только инстаграм, еще в ютубе есть, и в тиктоке. Good Car KZ. Большой рахмет. Доброе утро, Кокшетау, жители города Кокшетау. Всем хорошего дня. Приходите к нам в автосалон, мы вас встретим, покажем, расскажем. Даже надо будет прокатим на автомобиле. Поэтому всем хорошего дня. Рахмет телеведущим, оператору, да. Везде отдельно хазвардых поинт. Да, да. На рецепте красивая девушка, дорогие телевизоры. Да, да, да. Замечательно. Рахмет за приглашение. Рахмет, осылай келіп сұхбат бергендеріңіз үшін. Енді бұйырса жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Жаңағы ойға алып жатқан сондай керемет жаңағы не жасайын деп жатырсыз ғой. Как не сияқты. Фестиваль сияқты. Соған бұйырса жетіңіз. Амин. Сонда жақсы өткізіңіздер деген тілектеспіз. Сосын үшінші жаңағы точка ашамыз деп атырсыздар. Соған да жетіңіздер. Рахмет. Сіздердің клиенттеріңіз көп болсын, отбасыларыңыз аман болсын, жақындарыңыз аман болсын. Осылай біздің арнамызға келе беріңіздер бұйырса. Да, вам большое спасибо за то, что вы сегодня с утра пришли, уделили нам время, рассказали все, подняли настроение нам, телезрителям. Поэтому хочется вам пожелать в первую очередь вам, вашим семьям семейного благополучия, здоровья, успехов в вашей работе, чтобы, как вы уже сказал, Нурман, да, третья точка была, я для себя все. Тоже открыл вот эту вот, все, для себя такую
информацию. Обязательно сейчас подпишусь и сам. Для себя узнал только что. Телезрители, обязательно подписываемся. GoodCar.kz. И чтобы у вас каждый день было не менее больше 100, 150, 200. Чем больше продаж, тем лучше. Спасибо большое, Ахмед. Аминь. Я құрметті телегөрмен, ал келесі әнші ашуды назарларыңызға ұсынамыз, қабыл алыңыздар. Я құрметті телегөрмен, осындай әсем әнді де тыңдап, құлақтың құрышын қандырып, біраз жақсы көңілге керемет бір серпіліске бөленіп қалдық. Жаңа алдымызда керемет қонақтар болды. Жаңа GoodCar.kz демекші авто
егер де өздеріңізді көріп тұлпар алғыларыңыз келсе, немесе ауыстырғыларыңыз келсе, сол жерге жазыңыздар, міндетті түрде барыңыздар. Олардың көмегі тиіп қалуы мүмкін. Ал енді арнамызға жаңадан қосылып жатқандар, енді-енді оянып жатқандар болса, баршаңызға тағы да қайырлы таң тілейміз. Егер де бізге қоятын сұрақтарыңыз, немесе тағы да қонақтарымыз келеді, соларға қоятын сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, жазыңыздар. Ол үшін экран бетіндегі нөмірлерді жазуға болады, 25-25-05 немесе астындағы WhatsApp желісіне. Да, дорогие телезрители, 25-25-05 – это тот номер телефона, который вы видите на экране, чтобы позвонить сюда к нам, или же написать, который тоже номер телефона WhatsApp, чтобы задать вопрос, или же поздравить, как мы уже говорим с Нурманом, да, с днем рождения. А у нас продолжение замечательной рубрики «Диалог с гостями». У нас очень интересные гости. Нурлан, познакомь нас с ней. Құрметті телекөрермен, біздің арнамызға тағы да бір қызымыз келіп отыр. Найман Іңкәр Асылбекқызы Қазақстан дауысына қатысып, сол жерде 6000 жаңағындай қатысушының арасынан топ жарып, үздік 60-тыққа еніп, Мархаба Сәбитің командасына ілінген қызымыз біздің Ақмола өңірінің Көкшетау қаласының намысын қорғап барып келді. Қош келдіңіз, таңғы көңіл күйіңіз қалай? Көңіл-күйім жақсы. Ал енді тарихқа көз жүгіртсек, енді қай жасыңыздан бастап осы әншілікпен айналысасыз? Негізі мен 3 жасымнан бастап теледидардан Жанар Дугалованы тыңдап жүретінмін. Билеп, ән шырқап, онымен бірге оған қосылып. Кейін осыны менің анам байқап, мені 5 жасымда вокалға берген болатын. Сонда бір 7-8 жылай болып қалды айналысып жатқаныңыз, иә? Иә, солай. Жалпы енді Қазақстан дауысы қатысып отырған ең ірі жобаңыз шығар, иә? Бұған қалай дайындық қалай болды, қалай тіркелдіңіз, қандай ән айттыңыз деген сияқты. Да, как вы узнали, как попали туда на этот конкурс? Жүйесі, процесс туралы айтып берсеңіз, бізге қызық. Негізі осы уақытта маған қиын болды. Себебі мен ниш мектебіне экзамен тапсыруға дайындалған болатынмын. Осы Қазақстан дауысына заявка беруге уақыт болмаған. Соңғы күнде, заявка беруге соңғы күн қалғанда, түнде мен өзім видеоға, видеоны қосып, ән айтып, Қазақстан дауысына жіберген болатынмын. Бірнеше күннен кейін мен өзімнің өткенімді естідім. Өте қуанып қалдым. Кейін осы Қазақстан дауысына Астанаға бардық. Жалпы қанша қатысушы қатысты болған, сіз соның үшін іріктеліп шықтыңыз, е? Е. Сол кезде 4 тәлімгердің біреуінің командасына қабылдандыңыз. Е, Мархаба Сәбин командасы. Мархаба Сәбин, е. Жалпы енді бұған Қазақстан дауысына осы жылы қанша қатысушы қатысты? Негізі 6000 қатысушы болған, 6000 ішінен 120 қатысушыны алған. 60 кетті, 60 қалды. Сол 60 қатысушылардың ішінде мен бармын. Өте керемет. Ал біздің Ақмоладан сіз жалғыз бардыңыз. Көкшетаудан жалғыз бардыңыз, е? Замечательно. А вот смотрите, Іңкәр, когда будет следующий дальнейший получается? Да, вот вы сейчас прошли, когда у вас будет следующий получается продолжение? Жекпе-жек кезеңі ол болды. Сьемкалар бітті. Енді осы көрмей таңдау кезеңдегі екі түсірілім қалды. Кейін жекпе-жек кезеңін көрсетеді. Осы жекпе-жек кезеңде мен өттім ба, өтпедім ба, кейін білесіздер. Сонда уақытша бұл құпия. Қабылданған 60 адамның ішінен әлі қарай тағы да іріктейді, е? Иә. Осы жекпе-жек кезеңінен өткен 30 адам болады шығар, е? Жекпе-жек кезеңінен 30 адам өте ме? Бір-бірден, екі-екіден жарысады ғой, е? Үш-үштен жарысады. Әр команда 15 қатысушы болады. 3-3-тен шығады. 5-3-тік болады. Осы жекпе-жек кезеңінен 40 бала кетеді, 20 бала қалады.
Мм. Сонда 40 баланың ішінде тағы да үлінуге жұмыс жасау керек сізге. Иә. Жалпы енді Қазақстан дауысында қандай ән орындадыңыз? Мен көрме таңдау кезеңінде Бозторғай әнін орындаған болатын. Бозторғайды, иә? Өте керемет. А вот тоже вот такой вот следующий вопрос возник. Получается, ну, уже можно, Энгар, вас считать артистом, потому что, да, это уже 100%, вы выступаете на сцене, а вас знают. Вот, расскажите, наверное, более подробнее именно о моменте подготовки, который, вот знаете, за кулисами. Вот когда вы выходите на сцену, когда мы видим вас на телеэкранах, мы видим ваше исполнение, yeah. все, мы такой, вау, все, хорошо. А вот что происходит именно за кулисами, как вот этот процесс происходит? Просто это очень интересно, мне кажется, для телезрителей знать, как у артистов происходит за кулисами процесс. Бізді профессионалдық музыканттар дайындаған болатын. Олар Бағым Мақсатқызы, Жанерке Қабатаева, Гүлнара Кашенова, Алия Аюб Алматыдан келген. Бізде съемкалар жүрген болатын, интервью болды, Красная дорожка была. Бұл өте қызық болған. Қазақстан дауысын көрген кезде мына жақта ән айтып жатады, сосын төрт тәлімгер отырады, теріс қарап. Және де мына жақта жүргізуші мен ата-анасы, жақындары тұрады, иә? Yeah. Сол кезде сіздің анаңыз мына жақта тұрып қатты қобалжыған шығар, иә? Отбасымыз сонда болған. Отбасыңызда барыңыздар, иә? Группа поддержки. Иә, содан кейін жарайды, сіз әніңізді шырқап жатырсыз, содан кейін бір тәлімгер бұрылды, жаңағы Мархаба Сәби бұрылды дедік, иә? Содан кейін сіз әніңізді шырқап, содан кейін шықтыңыз енді сахнаның сыртына. Сол кездегі ата-анаңыздың эмоциясын, сезімін, сол кездегі несін айтсаңыз, қандай сезімде болды? Олар мені барынша қолдады, қуанды. Мен де өзім қуанып қалдым. Болды. Жалпы енді сізді әнші дейміз, әнші деп танып жатырмыз міне. Бұйырса жаңағындай үлкен-үлкен белестерді бағындыруға тілектеспіз, жарқын болашақ тілейміз. Енді бұл жерде біздің қаншама көрермен көріп отыр, иә? Қаншама телекөрермен көріп отыр. Соған сізден бір қонақ кәде сұрамақшымыз. Бір бізге ән орындап берсеңіз. Көп емес, бір қайырмасын, бір куплетін демекші. Өзіңіздің репертуарыңыздан сүйіп айтатын бір әндеріңіздің бірін. Мен сіздерге бойы бұлған Абай атамыздың әнін айтып берейін. О, керемет. Сәттілік, құрметті телекөрермен. Назарларыңыз бізде болсын. Таңғы көкше нұры танымдық сазды бағдарламасы. Жалпы жұртшылықты торғай, әтеш оятып жатса, сіздерді біздің әсем дауыс иесі Әңкәр Асылбекқызы өзінің қоңыр дауысымен, әсем дауысымен оятатын болады. Ал сәттілік. Бойы болған, сөзі жылман, кімді көрсем мен соны. Метті бастым, қатты састым, тұра қаштым жалма-жан. Өз ойында, тұл бойында, бір мәні жоқ пендесіп. Түзі мырзаң ере сырдаң, сөзі қылжаң ерін кесіп. Бас құрасып, бал сұрасып, бермеген мен кетесер. Адам алып, сыпра салап, байды жаулап жетесер. Сөз қыдыртқан, жұрт құтыртқан, аңтың арын саудалап. Мұтты шатты, санатты, байдан атты алмалап. Өте керемет! Дауысыңызға сөз жоқ, өте керемет.
осындай дауыспен қалайша Қазақстан дауысын жеңіп алмасқа, иә? Мы с Нурваном всегда начинаем, когда наша утренняя программа идет, мы всегда говорим, что лучшее начало с утра – это замечательное исполнение клип, видеоклип, но мне кажется, сейчас наши дорогие телезрители, лучше всего утро началось, да, с такого живого исполнения, замечательной композиции в исполнении Анкар, поэтому, Анкар, замечательное исполнение, спасибо вам такое, мне кажется, сейчас все телезрители пробудились и с хорошим настроением сидят у своих экранов. Сөздің басында айтып қалдыңыз, жаңағы Назарбаев зияткерлік мектебіне жаңағындай соған сол мектепке не тапсырып жатсыз, экзамен тапсырып жатсыз, әлде тапсырып болдыңыз? Тапсырып болды. Аха, қалай болды? Өттіңіз ба? Сәл аз кішкене бал жетпей қалды. Өкінішке орай өтпей қалды. Бірақ жарайды, оған болды, көңілімізді түсірмейік. Сіз сол емтиханнан сүрінсеңіз де, міне Қазақстан дауысына қатысып болашағыңызды құрып жатырсыз, сондықтан соның өзі жетістік деген ойдамыз. Енді өзіңіз болашақта кім болғыңыз келеді, қандай мамандық иесі атанғыңыз келеді? Мен болашақта әнші, актриса болғым келеді. Замечательно. Анкара, вот такой тоже вопрос возник. Знаете, вот, допустим, если брать тему спортсменов, они перед соревнованиями вот тренируются до соревнований своих, да, и потом это соревнование показывают результаты, выигрывают. А как у вас проходит это, вот у вас прошел этот конкурс, у вас есть, ну, это, наверное, неправильно будет сказать, тренировки, вот, как вот вы распеваетесь, или же вот вы поете потом до вот определенного конкурса, выступаете в каких-то моментах, да? Как у вас это происходит? Я усиленно готовлюсь, так же, как и спортсмены, усиленно готовлюсь к соревнованиям, к конкурсу. Я хорошенько распеваюсь, дома пою почти каждый день. А есть ли студия, которую вы посещаете в городе, или же вот как-то обучение какое-то идет? Вот сейчас я готовлюсь к большому фестивалю, который проходит в Ахтубе. Организаторы – родители Димаша. Конкурс называется «Бақыты бала». Я сейчас готовлюсь в студии «Шабыт», «Шабыт Кокшетау». Сейчас мы выбираем песню. Нужно одну английскую песню и одну казахскую песню. То есть у вас сейчас будет тур в Актобе? Да. Замечательно. Димаштың ата-анасы ұйымдастырып жатыр дедіңіз, иә? Оған да сәттілік тілейміз. Енді осы Қазақстан дауысына дейін жалпы қатысқан конкурстарыңыз, фестивальдарыңыз туралы айтып берсеңіз, жалпы қай жасыңыздан бастап сондай үлкен-үлкен сахналарға шығып жатырсыз? Мен 5-6 жасынан сахнаға шығып жатырмын. Мен Рауан деген түрлі конкурстарға қатысқан болатынмын. Осы 2022 или 2023 жылда тәтті дауыс деген конкурс болған осы Көкшетау қаласында, болашақ сарайында. Мен осы конкурста бас жүлде иегері атандым. Өте керемет. Одан кейін енді үлкен жобаңыз Қазақстан дауысы, одан кейін жаңағы Ақтауда өтетін жарыс. Ақтөбеде өтетін жарыс. Иә, оған енді өтем деген адам. Өте керемет. Осындай әдемі дауыспен Қазақстан дауысын жеңіп алғаннан кейін енді Ақтөбе сізге оңай болады деген ойдамыз. Тек қана жарқын табыс, жарқын шығармашылық табыс тілейміз ғой сізге. Енді сізді қаншама телекөрермен көріп отыр таңертеңнен бері, жалпы өзіңіз сияқты бүлдіршіндер көріп отыр, өзіңіз сияқты қатарластарыңыз бар, ата-анаңыз, туған-туысқандарыңыз, отбасыңыз, бауырларыңыз баршасы көріп отыр, соларға айтатын бір жылы лебіз тілегіңіз болса, сәлем жолдық қойсаңыз болады, біздің үшінші камераға қарап айтсаңыз. Осыған ба? Иә, айта беріңіз. Бәріне сәлем. Мені қолдап жүргендеріңізге рахмет көп-көп. Мен өзім өте қуаныштымын. Осы Көкшетаудың намысын қорғап, осы Қазақстан дауысын жеңемін деген ойдамын. Бұйырса, енді жеңесіз деген ойдамыз. Одан бөлек, мысалы, мынандай сұрақ қойғым келіп отыр сізге. Енді әншілігіңіз бір басқа. Сіз талантты қазір әншісіз. Одан бөлек қызығушылық, хобби бар ма сізде? Өзіңіз бір сүйіп,
сүйіктістеріңіз? Негізі мен тамақ дайындауды жақсы көремін. Түрлі торт, пирогтар. Өте керемет. Пицца дайындауды ұнатамын. Би билеймін, оны ұнатамын. Би билеуді ұнатасыз? Иә. Жоқ, биге де қатысасыз, әншілікке де қатысасыз, биге де қатысасыз ба? Жоқ, биге қатыспаймын, өзім үйде билеп жүрем. А какие у вас вот сейчас ближайшие планы, наверное, на это лето? Ну, у вас сейчас будет тур в Актобе, это, да, я уверен 100%, дорогие телезрители, то, что Анкар покорит западнюю публику, это 100%. А вот на это лето у вас может быть отдых, куда-то поездка, у вас сейчас школьный год заканчивается, да, ну, учеба как бы год очередной, подошел к концу, можно уже так сказать, экзамены сейчас тоже пройдут мимолетно. И что, какие у вас планы на это лето? Этим летом мы поедем в разные города, как Актау, Атрау. Туда мы поедем отдыхать. Это тур на запад перед Актобе. Это будет в августе проходить. А, это будет уже в августе. Да. Замечательно. Жалпы, сіздің отбасыңызда бұл енді әншілік енді біреуден қонған шығар, де, бойыңызға. Ата-анаңыз, немесе бір арғы ата-бабаларыңыздың арасында бір әншілер болды ма? Сол туралы айтсаңыз. Қалай келді бұл әншілік сізге? Менің әкем кішкентай кезімнен домбыра ойнаған болады. Кішкентай кезінен домбыра ойнаған болатын. Анам вокалға баратын. Анамның арманы мен сияқты осындай әнші болу еді. Қазір мен анамның арманын орындап жүрмін. Өте керемет, иә. Анаңыз қуанып қалған шығар, иә. Менің осындай арманын орындайтын қызым туғанына ата-ана қуанбаса, басқа кім қуанады? Енді осылай біздің арнамызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін сізге бірінші көптен-көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Сізді осылай тәрбиелі, инабатты балы қыз қып тәрбиелеген ата-анаңызға алғысымыз шексіз. Бұйырса, енді Қазақстан дауысында жаңағындай солында жекпе-жек болады. Жекпе-жек сайысында жеңуіңізді тілектеспіз, және де Ақтөбедегі фестивальге де жеңіс тілейміз алдағы уақытта. Одан бөлек көптеген конкурстардан, көптеген осындай жарыстардан көре берейік сізді. Димаш ағаңыз сияқты жаңағындай әлемді бағындыратын, әлемге осы қазақтың қандай халық екенін көрсететін әнші болуды жазсын сізге. Шығармашылық табыс тілейміз. Ең бастысы жаңағындай оқуыңызды жақсы аяқтаңыз, армандарыңызға сүрінбей жете беріңіз. Да, здесь уже да и добавить нечего. Мне кажется, я хочу просто присоединиться к словам Нурвана и выразить вам благодарность, Анкар, за то, что вы сегодня пришли на нашу утреннюю программу. Подняли, мне кажется, настроение прекрасным вокалом для всех наших телезрителей, которые смотрят, сделали их день намного лучше с утра, сразу и настроение, и веселее. Вам хочется пожелать, да, всего в первую очередь, это чтобы у вас все было замечательно, здоровья, творческих успехов, исполнения вашей мечты. И мне кажется, чтобы в следующий раз, когда мы с вами встретились, вы уже были на телеэкранах, вы уже и сейчас на телеэкранах, а мы с Нурваном оповещали это в новостях и говорили, вот она была у нас на утренней студии, да, мы ее видели. Я бұйырса енді Ақтөбедегі фестивальде жеңіп келіңіз, одан енді қайтадан осы жерде қауышатын боламыз, иә, бұйырса. Құрметті телекөрермен, осылай біздің бүгін арнамызда керемет қонақтар болды. Өздеріңіз көргендей, Анкар атты қызымыз Қазақстан дауысында жеңіп, соның ішінде 60 үміткердің қатарына еніп, бұйырса енді алға өзінің жоспарын құрып отқан осындай керемет талантты әнші қызымыз өсіп келе жатыр. Оның алдында Мақсат және Жәнібек атты керемет автоблогерлер болды. Автоблог жүргізеді, жаңа Good Car KZ демекші. Сол жерге жазылыңыздар, оны эфирдің барысында да айттық, тағы да айтып кетейік. Жалпы тұлпар алғыларыңыз келіп жүрсе, тұлпар мінгілеріңіз, немесе тұлпарларыңызды ауыстырғыларыңыз келсе, сол кісілерге хабарласыңыздар, тағы да айтамыз, Good Car KZ, сол жерге жазыңыздар. Міндетті түрде ол ағаларымыз сіздерге кері байланысқа шығады. Ал енді уақыт демекші, біздің де сіздермен қоштасатын уақытымыз таяп қалды. Бұйырса 24 сағаттан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Бүгінгі күндеріңізге тек қана сәттілік тілейміз, табысты, берекелі, мерекелі болсын. Әрбір осындай шұғылалы таңдарда жолыға берейік. Сәрсенбінің сәтті күні болды деген ойдамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз. Да, дорогие телезрители, увидимся уже с вами днем. Хорошего вам дня.
жанымды жазғым келеді әдемі Мона Лиза деңгейде суретіңді салғым келеді себебі Тереңдегі шабатымды сен қозғайсың ау Өмірдегі тазалықты сен сыйлайсың ау Сен туралы тіпті бір поэма жазғым келеді Шедевр Көңілі бұлғанбаған, қиялы ұрланбаған Бұлыңғыр бұл әлімде кездеспейтін таза жан Санасы ұланбаған, қанаты қиылмаған Дөңгелік дүниеде іздегенім сендей жан Идеясың мейді қозғаған Жаңа әнсің ешкім жазбаған Жарылмасаң егер қыз болып Ән болар ең сүйіп тыңдаған Идеясың мейді қозғаған Жаңа әнсің ешкім жазбаған Музыкасың мінсіз әуені Қанша тыңдасам да аз маған Сен туралы ғажайып Шытырман толы роман жазғы келеді Сені басты рөл қылып, Оскар алар фильм түсіргі келеді Тереңдегі шабытымды сен қозғайсың ау Өмірдегі тазалықты сен сыйлайсың ау Сен туралы тіпті операда жазғым келеді Шедевр Көңілі бұлғанбаған, қиялы бұлғанбаған Бұлыңғыр бұл әлімде кездеспейтін таза жан Санасы ұланбаған, қанаты қиылмаған Дөңгелік дүниеден іздегенім сендей жан Идеясың мейді қозғаған Жаңа әнсің ешкім жазбаған Жаралмасаң егер қыз болып Ән болар ең сүйіп тыңдаған Идеясың мейді қозғаған Жаңа әнсің ешкім жазбаған Музыкасың мінсіз әуені Қанша тыңдасам да аз маған Идеясың мейді қозғаған Жаңа әнсің ешкім жазбаған Жаралмасаң егер қыз болып Ән болар ең сүйіп тыңдаған Идеясың мейді қозғаған Музыкасың мінсіз әуені Қанша тыңдасам да аз маған